Добрый день, друзья. Небольшое предисловие к этому видео. Работал я прошлый контракт на VLCC на старом. И был у меня, или у нас, четвертый механик Кимчик, родом с Южной Кореи. Попал он на большой пароход, можно сказать, первый раз. Не знал ни английского, ни профессии, ничего, но на него там все были злые. Я ему как мог помогал, но как бы тоже так. Характеристичку написал, там, ну, пару троек поставил, что надо немного подучиться. Хотя у него и папа, чуть ли не генпрокурор Южной Кореи был. Я говорю, зачем ты в море пошел? Ну и все, он уехал. В Фейсбуке я с ним переписывался. Потом он куда-то пропал. Ушел служить в армию. Ну что, Северная Корея, в общем, надо быть начеку. Ну и в конце концов, приехал я в шипьярд южнокорейский. Сижу, думаю, елки-палки, Кимчик, он же тут живет. А вдруг он не в рейсе? Сижу ему, пишу в мессенджере в Фейсбуке. Он так обрадовался, раз-раз, живет в Бусане. И говорит, все, я сейчас к тебе выезжаю. Я говорю, ну давай завтра, может, этот Memorial Day в Южной Корее, 6-го, по времени. Нет, давай сегодня, все, сажусь на автобус, 4 часа ехать. Говорит, вместе поужинаем. Я говорю, ну давай, классно, все. Так что не переключайтесь, смотрите, будет интересно. Сейчас телефон заряжу, поснимаю, как он английский выучил. Поводят меня по местам корейским. Ну, он же больше знает. Так что мир тесен. Моряки встречаются даже на другом конце света. И причем моряк это национальность, это не профессия. Пошел с Кимчиком навстречу. Он выехал на автобусе из Бусана. Ехать 4 часа. Я пока задаю на турнички, немножко поотжимаюсь. Говорит, ты будешь есть там какого-то кальмара, осьминога большого, еще какого-то. Я говорю, ну ты же как бы южный кореец, ты больше знаешь, что люди едят. Что будем пить? Ну, пиво и соджу. Надо попробовать. Местный корейский напиток. Так что встречаемся с Кимчиком дальше. Еще полчаса до встречи, иду на турнички. Присмотрел тут местные турники, брусья. Нормальное место. Вот он, Кимчик. Hi. How are you? I'm fine. You? Good. Hungry? Yes, yes. I'm waiting for you. Now you're before you were at sea or staying at home? Maybe go home. Вот это Ким дают. Такси заказал. Я ж не понимаю по-корейски. Вон там сам куда-то какой-то ресторан везет крутой. Будем. Супер-супер сифуд кушать. Так, поехали, в общем. Yes. Все, достигли мы с Кимчиком ресторанчик. That one. Заходим. Ким все знает. Здесь я встретил в Южной Корее четвертого механика, зовут Ким. Вот Саша, если второй механик его увидит, вспомнит. Так что сейчас пойдем хорошо проводить время, кушать октопус. Yes? Yes, sir. Октопус, да, это осьминога. И пить пиво. Все, всем приятного вечера. Пока. Маточка специально. Ким, what have you chosen here? Okay, explain. What is salmon and low beef. Low beef, Korean low beef. Потому что по мне ничего не понятно. Селма, лосось. И сейчас пивка попьем и поговорим. Вот так вот Селма, ничего не понятно. Поднесли пиво, которое мы пили на пароходе. That kind of beer we drank on ship sea trial. Like this. Кима. Can you explain what is it? Source. This is. This what? Translation. Кимчик пока в словаре искал. This is, короче, соевый соус. Soy sauce. This is what? Maybe ketchup. What? Ketchup. No.
Окей, doesn't matter. Майонез. Onion sauce. Onion. Дед вот. Ладно, сейчас разберемся. This water. Мы же начнем с пивка. Что-то кушаем, я надеюсь, не этих червей порезанных, которых мы вчера видели. Ладно, Ким перевел. В общем, Кимчик забросил карьеру моряка и решил в полицию податься. Ким changing career. You're making video or photo? Беспредел. Вот это Кимчик заказал, короче, национальную еду. Ну что это шевелится? Ну, хоть не черви это, но это вроде бы октопус. Октопус? А это тут? This is only this alive? Yes, this only octopus. This is dead. The other. Вот такая еда. Сейчас моим товарищам отправлю, а то не боятся такую еду есть. Ну все, вот национальная еда. This is the cucumber. Cucumber? Yeah. А, все, я понял. We will taste. Это, короче, этот огурец. Огурец, который мы вчера видели. Ну, как его живого можно есть? Сейчас будем пробовать. Какой-то осьминог. Октопус. Этот большой, этот уже умер. Но я его, когда он перестал шевелиться, я начал его есть. Этих червей есть не хочу. Улитки тоже сейчас можно. Ну, с пивасиком все пошло хорошо. Мы продолжаем кушать в самом нормальном корейском ресторане. Сидим с Кимчиком весело, заказываем еще одно меню сашими. Кимчик, сашими. В общем, все съели, огурцы эти не доели, червей даже и он не стал есть. Зачем заказывать, непонятно. Сейчас сашими закажем и все. И пивчика другого. Мы разговариваем о жизни. Все классно, уже расспросил обо всем. Он и в Японию ездил, и в Китай, и везде. В общем, жизнь продолжает. Вот несли еще одну тарелочку. Кимчик заказал. Ким, can you explain? This is sashimi. Sashimi, and this is salmon. Salmon. But not raw. Okay. Так, this is ginger, yeah, ginger garlic. This is what? Korean food. Ну, это мне намного больше нравится, конечно, потому что это более понятно. Ну что ж, поехали. Взяли, кстати, другое пиво. Корейское пиво. Korean beer. Наели мы на $90. В общем, Кипчику дал я 60. Он что-то отказывался брать. Я говорю, давай бери, потому что ты туда-сюда ездил, конечно, неудобно получается. Ну вот, так хорошо погуляли. Сейчас он меня повезет на такси до отеля, а потом поедет на автобусе домой. Мама его ждет. Сказала, если будет Пусаня, пусть чиф-инженер заходит. В общем, все было классно. Поехали дальше. Кимчик. Let's go. Спасибо четвертому механику. Так меня провел, в общем, в этой Корее по этим местам. О, сейчас, короче, такси берем. Кимчик, where is the taxi? Fresh air. Все, поехали в отель. А потом Кимчик едет by bus. Yeah. Yes. Всем пока.